75 историй победы. Алиев Александр Мамедович. Стрелок, гвардии рядовой. Герой Советского Союза. Александр Алиев родился в дагестанском селе Цилинг 23 июля 1922 года. Получил неполное среднее образование. Работал слесарем в Астраханском судоремонтном объединении. В 43-м году был призван в ряды Красной Армии. В июне 44-го в составе 37-го гвардейского стрелкового корпуса прибыл на Карельский фронт. Там в это время полным ходом шла подготовка к Свирско-Петрозаводской наступательной операции. 21 июня через реку Свирь была организована демонстрация ложной переправы. Задачей 16 отобранных добровольцев-гвардейцев было вызвать на себя огонь, чтобы выявить огневые точки врага. Выполнить смертельно опасное задание вызвался и красноармеец Алиев. На воду заранее спустили лодки с чучелами, одетыми в советскую военную форму. Добровольцы поплыли, толкая лодки к противоположному берегу. Артиллерия противника тут же открыла огонь. Лодку Алиева разнесло, но красноармеец не растерялся, вскочил в соседнюю и стал усиленно грести. Его примеру последовали и товарищи. Огонь противника стал шквальным. Ожили притаившиеся до того огневые точки. Именно этого ждали наши артиллеристы, которые ударили из орудий в ответ. Тем временем Алиев продолжал плыть вперед под градом пуль и осколков. Вокруг поднимались фонтаны воды от разрывных мин и окатывали его с головы до ног. Лодку уже пробило в нескольких местах. Алиев сильнее налег на весла, двигаясь навстречу смертельному огню. Он одним из первых пересек реку и подобрался максимально близко к вражеской траншее. Некоторое время отважный боец был вынужден оставаться под перекрестным огнем, которым обменивались фашисты и советские солдаты. Дождавшись своего подразделения, но одним из первых ворвался в траншею и уничтожил расчет пулемета и 5 гитлеровцев на месте. 21 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу Алиеву Александру Мамедовичу было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Вечная слава героям! Победа будет за нами!